стороны. Но если так вглядеться, она написана от лица советского офицера. Просто, может, я так случайно попал, я уже не помню где, но в одной из афганских командировок меня удивило, что несколько раз видел, как наши офицеры друг с другом здороваются. А, Аллах Акбар, Аллах Акбар, сами между собой. Вот поэтому я так, такую не писал. И а потом, честно говоря, она стала звучать как с двух сторон. Не знаю, но мне говорили, что в Чечне, я в Чечне бывал, и в первую, вторую войну, но было мало. А кто-то мне говорил, что ее пели и с той стороны, и с этой стороны. Идти. Ну и нормально. Ну я думаю, нормально. Тем более, что я считаю, что при всем при том, что, конечно, нам это все ужасно надоело, то, что творится. Но, ребята, не забывайте, что нас стравливают. Вот. Русских стравливают с исламом, то есть православных с исламом. У меня это третья сила, которая, естественно, она хочет на этом деле поживиться. Поэтому при всем при том, пускай она звучит по второму. Но писал я все-таки от лица советского офицера. Тяжело песня сейчас остановить. Когда жить нельзя, и все-таки Аллах Акбар, Аллах Акбар, друзья. Простился с верной женой, Аллах Акбар, дружок, Аллах, Аллах, Аллах Акбар. И над могилой отца заплакал, наконец, твой путь пройду я до конца, Аллах Акбар, отец, Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Аллах Акбар, горит песок и рушится скала. И вот череп наискосок дорогу перешла. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Аллах Акбар, плыть ствол и перебить дозор. Видишь, в атаку подойдет Аллах Акбар, майор. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Ты видишь ли, как мы идем? Ты видишь ли, как мы поем, там цинковые гроба. Ты видишь ли, как мы идем, мы не свернем, Аллах, 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 Акбар. А если кто-нибудь живым вернется в Кандагар, его мы, может быть, простим ему, Аллах, Акбар, Аллах, Аллах, Аллах. Аллах Акбар, Аллах Акбар, друзья, Аллах, Аллах.